Доброе утро всем. У меня сейчас завтрак. Сейчас я покажу вам, что я ем. Кофе. Сегодня захотела без молочка в своей красивой кружке с ирисами. Приготовила себе омлет со шпинатом. Благо, что он у меня растет. Пошла, нащипала и сделала. Вяленые оливки. Обожаю. Это уже последние. Была большая пачка, привезенная с отпуска. И вот последние стали такие. Они вкусные, мясистые. Салями, сырок козий, это мамины гостинцы из Германии, помидорки, ну и, собственно говоря, и на десертик у меня будет вот такая вафелька, постряпала сегодня с творогом, просто творог, ложка муки, яйцо и вот этот вот попрошайка, маленький такой, хороший мальчик. Сегодня ко мне еще должна приехать моя приятельница. Мы с ней учились вместе в школе, потом в институте. И жили вместе в общежитии. Можно ноги вот так положу? И кто-то на меня свои лапки положил, мокрые. Сегодня дождичек прошел у нас. Короче, она приедет ко мне сегодня в гости с дочкой со своей. И кое-что мне привезет. В общем, я у нее заказала некоторые вещи. Дело в том, что давно-давно я искала для себя качественное шелковое или вискозное кимоно, чтобы носить его и в городе, и дома. И все, что я видела здесь, мне не нравилось. Но я влюбилась в такие кимоно в Италии, когда мы отдыхали в Тоскане прошлым летом. И многие итальянки, вот мне прям очень это понравилось, в городе, и днем, вечером выходили вот в этих кимоно. То есть это просто база, либо какие-то брюки палаццо, однотонные, топ, либо маечка. И сверху накидывают вот это кимоно. Девочки, это смотрится так шикарно. Это смотрится в то же время шикарно и повседневно. И можно комбинировать, и разные варианты. И можно дома надеть как халатик. Короче, я давно искала такое кимоно, но вот нигде не могла найти. И еще, извините, я хотела себе такой брючный костюм в пижамном стиле, но чтобы это не выглядело как пижама, потому что вот некоторые пижамные, вот эти брючные костюмы, особенно те, что на Валберес я смотрела, ну откровенная пижама, то есть в таких, конечно же, не выйдешь. А эти костюмы я тоже видела, очень часто европейки их носят, особенно когда куда-то в отпуск приезжают или там смотришь какие-то круизные фотографии в Инстаграм немок, на которых я была подписана. Вот она, например, в круизе на каком-то там корабле. И вот в таком вот брючном костюме шелкового плана. Ну, не знаю, что там за ткань. Ну, в общем, выглядит это роскошно. И, короче, недавно я смотрю, моя Наталья, оказывается, занялась производством таких вещей. И вещи просто невероятного качества. Я потом прикреплю вам ссылку. Это не реклама, потому что это моя приятельница. Вот, и я у нее купила себе некоторые вещи. Она мне сейчас привезет несколько вариантов. Я примерю, и то, что мне понравится, я оставлю. И обязательно, конечно же, вам все это покажу. Но наконец-то я нашла что-то достойное. Вот. В общем, они не выходят принципиально на Валберес, на маркетплейсы, потому что это такой уникальный премиум товар штучного образца, ну там буквально 2-3 модельки в одной ткани, может быть, встречается. Ткани тоже все у них премиальные, они их специально закупают, заказывают. И самое главное, что лекала совершенно потрясающие. Так это все смотрится, так это все красиво сидит. Вот. Короче, все вам покажу. Ну а пока мы с этим хвостиком желаем вам хорошего дня. Я буду завтракать. Так, девочки, хочу вам быстренько показать новые биркинштоки, которые я себе купила. Нет времени сесть нормально перед камерой вам все показать, потому что я сейчас тороплюсь и хочу их сегодня надеть. Короче, я попросила маму выпросить коробку, потому что место в чемодане ограничено. Значит, это у нас модель Бостон называется. И это новинка, у которых хлястики идут в виде косичек. Это очень-очень удобная обувь. У меня уже они не первые. Просто беру все время разные себе модели. Бренд называется Birkenstock. И смотрите, обращайте внимание, когда вы будете заказывать. Это очень удобная ортопедическая обувь из Германии.
полностью кожаная, но они бывают также и не кожаные, бывают резиновые, тапочки, и сланцы, и все остальное. Я беру себе биркенштоки только в коже, они легчайшие. И вот обращайте внимание вот на этот значок, когда будете покупать. Здесь у меня вот эта ножка не закрашена. Это говорит о том, что более комфортная будет посадка. И если ножка будет закрашена, то они как бы идут в облипочку. Я такое не люблю. Мне нравится, чтобы было свободно и удобно. И, соответственно, я выбираю себе вот такую обувь. Вообще модель Boston в этом сезоне на пике моды и популярности. Их носят как с шортами, с платьями, с брюками карго, даже с пиджаками и лосинами. То есть я разные видела образы у стрит-стайлеров. И сейчас это прямо на пике популярности. Я взяла себе вот в таком универсальном бежево-тауповом оттенке. И мне кажется, эта модель подойдет ко всему. Сейчас я тоже убегаю и надену их со своими брюками карго и с футболочкой. Потрясающая обувь, сделана очень качественно, везде написано название фирмы. И да, меня покорили, конечно, вот эти косички, потому что, ну, это новенькое что-то. Вот, всем желаю отличного дня. Сегодня у нас вот такое прекрасное утро, и я выезжаю в город по делам. Всем желаю хорошего дня. Приземляем сюда же, на эту. Ой, осторожно, Маруся. Чем на меня, блин? Он же должен был прямо. А ты забыла? Вот сюда. Да я не забыла. Переворачивай его. Давай снова. А, давай снова это упражнение. На, иди снова. Да, я с этой стороны встану. А вы идите там. Нажимаешь, смотри. Нажимаешь на правый. Оно взлетит и тут же садится. Да пошли. Нажимай, сади. Нажимай. Эй, я же нажимаю. Все, приземлился. Молодец. Угу. У меня гости сегодня. Наташ, привет. Привет, привет. Это моя очень хорошая приятельница. Мы вместе учились с ней в школе, потом в институте. В институте жили в общежитии. В общежитии. На одном этаже. Да, и я тут узнала, что Наташа делает классные женские штучки. Сейчас мы вам все покажем. Давай, Наталья, доставай. Ну что, достаем? Ух ты ж, как у них тут все упаковано. Да. Ух ты ж, вот так должно Вау. Быть. Тяжелый люкс. Тяжелый люкс, практически. Ну-ка, дай потрогаю. Вау, слушай, какое качество офигенное. Прям, это вискоза? Да. А что она такая, как шелк? Где вы такую вискозу берете? А вот это наш секрет. Наташа, скажи, как бренд правильно называется? Бренд называется Carpe Diem Amore. Переводится? Это производная от Carpe Diem. Лови моменты любви, лови моменты любви к себе прежде всего. Потому что наша одежда, она для настоящих женщин, которые ценят себя и готовы проявлять свою смелость и яркость в этом. Короче, это вот прям, это моя история, и я думаю, моих подписчиц тоже, потому что моя аудитория любит все такое. Все такое, как и я, не зря же мы сошлись с ними. Точно. Так, ну так, приподними, что это у нас тут такое? Так, это у нас, получается, мы разворачиваем сейчас костюм в пижамном стиле. Так, чтобы главное, чтобы не улетел. Ничего не улетело, да. Ой, ну расцветки. Эти просто сердца. Бомба, да? Вообще, я когда увидела вот этот цвет, мне очень понравился. Еще павлини обалденные. Ну, они все у вас там. Все вообще такие изумительные. Вау. Сейчас это прям... Вот очень много итальянок, мы когда отдыхали, вот носят такие костюмы. Прямо... Очень-очень в тренде они. И их можно носить как на улицу, просто в город. Можно на пляж, да, надеть. Можно скомбинировать, кстати, верх отдельно с другим низом. Да. И также низ с какой-то базовой верхней майкой или футболкой. Можно на пляж, можно мужа дома встречать. Короче, товар всесезонный. Обалдеть. Так. Это у нас такой брючный костюм из вискозы. Но качество, конечно, очень классное. Ну, летом в нем просто шикарно.
И ты знаешь, она такая вискоза, которая держит форму. Есть вискоза, которая вот висит просто, а это прям держит форму. Очень хорошо сделано. Шовчики прямо идеальные все. Вот внутри показываю. Все обработано. Лаконичные пуговицы матовые. Ну, очень стильно, Наташ. Вообще, мне нравится. Ну, супер. Давайте дальше? Давай. Так. Здесь у нас кимоно. О, вот кимоно я искала очень давно. Кимоно-халат. Тоже очень яркий. Интересно. Самое главное, что длина классная. Да, классной длины, классной формы. В общем, садится оно идеально, как я считаю. И расцветка вот такая прям, как сказать, элегантная. Тут и беж, и синий, и такое вот. Оно не кричащее, но выглядит очень элегантно. Да. Класс. Так, и поясочек, да? Давай накинь на себя. Можно носить с поясом. А можно, например, в городских условиях я бы просто надела какие-нибудь брюки палаццо, маечку и вот прям не застегивая. Кроп-топ. Можно без пояса, естественно, тогда просто. Очень красивый. Ты большая молодец. Очень классно. Так, и вот такой еще у нас костюмчик. Сейчас Наташа развернет и расцветочку посмотрите. Вот такое вот кимоно с бахромой. Лилии. Очень красивое сочетание вот такого хаки и неоновой вот этой вот бахромы. Ой, ну тоже, блин. Слушай, как красиво. А это уже шелк, да, по-моему? Нет, это тоже вискоза, она просто разная. Обалдеть. Слушай, я такой вискозы никогда еще не видела. Она реально как шелк. Супер. Одни только ткани, я уж не говорю про фасон. Одни только ткани чего стоят. Ну, фасоны, чем проще, тем, как обычно, интереснее. Здесь, пуговки, наверное, классные. Вся история в ткани, да, именно в самой, да, и либо в ее отделке. Угу. Сейчас я вам покажу, что же я себе оставила из того, что мне Наталья привезла на выбор. Честно говоря, у меня разбежались глаза, потому что мне хотелось просто скупить там все. Еще раз повторюсь, это не реклама, я это все купила себе сама. И вам от всей души, естественно, советую то, что мне нравится. Вот это роскошное кимоно с лилиями. Оно меня просто покорило. И уже сейчас, по прошествии времени, хочу сказать вам, что я много-много раз его уже надевала. Оно выручает очень сильно. И с джинсами, и с шортами, и с купальником. Вот этот костюм потрясающий. Мне напомнил картины импрессионистов. Что-то здесь есть немножко от Мане, мне так кажется. Но его можно рассматривать просто часами. Вот такая вот великолепная мягкая вискоза. По качеству напоминает очень сильно шелк. Девочки, у Натальи есть магазины в Кемерово и Новосибирске. Я вам все контакты оставлю под этим видео. У бренда свое собственное производство. Все коллекции создаются маленькими партиями, поэтому торопитесь, они не повторяются. Некоторые модели даже есть в единственном экземпляре. Основу коллекции, конечно же, составляют кимоно различных тканей. В летней коллекции это кимоно-халаты из плательной вискозы с бахромой без брючные костюмы в пижамном стиле. В осенней коллекции это невероятный кимоно из жаккарда, а в праздничной линейке это просто потрясающие костюмы из стрейч-атласа и бархат-стрейча. Все модели идут от 44 до 50 размера, некоторые до 54 размера. Наташа также сделает вам скидку. Обязательно пропишу вам ее в инфобоксе. Скидку моим
подписчикам обязательно она сделает. Так что присмотритесь. Кстати, есть доставка по России и по всему миру. И принципиально Наталья не выходит на маркетплейсы, потому что это все-таки больше дизайнерская одежда, чем массовое производство. Так что всем желаю приятного просмотра. Естественно, сейчас покажу, как это все выглядит на мне.